Сегодня я расскажу, почему так важно использовать бисмонитарирование при проведении общей анестезии. Во-первых, у врача появляется возможность подбирать оптимальную дозу севорана, исходя из индивидуальных особенностей вашего ребенка, вместо того, чтобы вводить стандартную дозу из существующих расчетов. То есть ребенок получает ровно столько анестетика, сколько нужно, ни больше, ни меньше. Второе важное условие. В том случае, когда не используется бисмониторинг, зачастую севорана вводят больше, чем необходимо. Так сказать, чтобы пациент точно не проснулся во время операции. И это может привести к тяжелому пробуждению после наркоза, тошноте, рвоте. Такой сверхточный расчет дозировки снижает время выхода из наркоза на 30-50%. А значит, вы быстрее сможете увидеть радость ребенка от новой улыбки.